Ребятки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Toxicool. ФБР на связи, как вы видите. Сегодня вы посмотрите обзорчик на машинку Mercedes Sprinter 2020 года. Всем приятного просмотра, готовьте чаюху и мы погнали. Санек, специально для тебя, для твоих, может, зрителей, забрал только что машинку с у нас тут вынаймом Пояздов. Машина прошла, сейчас скажу, 9 километров всего. Вот это у нее наличник новая. Это новый Mercedes. Все как положено. Мерси. Я хочу сказать, стоит это немерено бабок. Но смотрите, прикол. Сейчас я буду ехать, покажу. То есть это ведрище. Ну не знаю, газель немецкая. Теперь в этот раз камера тут заднего вида стоит. Вот она, пожалуйста. Mercedes. Не обман. Mercedes. Да, он весь такой, руль пластиковый, весь пластик, сзади никакой обшивки нету, ни черта, потолок так выглядит, так машина выглядит вообще, сиденье, тряпка, ведро, говно, ну, как-то так, как-то так. Это обзор Mercedes, только приехал, без всяких там вопросов, такой Mercedes у нас. Это у нас 2.2 дизель, турбированный, грузоподъемность у него, по-моему, по заявке 1,5 тонны. Да, у меня вот такая будка стоит. Если будет интересно, я потом эти будки внутри поснимаю, покажу, что кого. Нет, самое первое, потому что обратили внимание, когда забирали только по комоду. Внимание, зазор здесь, у меня палец проходит, сразу же. А здесь, ну если так хорошо передать камеру, тут видно, не могу палец засунуть. То есть морда уже поставлена, самые дешевые материалы использовали. Сейчас покажу машину. Построили, покажу так. Здесь стоят дисковые тормоза спереди. Дисковые тормоза. Сзади у нас стоят, у нас два пера. Ресор стоит. Одно переное, другое под ресорное тоже. Положено, может быть, правильно сказать. А, да, зеркало, ну что, только пришло. Салон они забрали, получается. Но зеркало уже вот так. Вот такой прикол. Не то, что там не били, было ударено, она просто приехала от салона до салона, до нашей базы. Там машинки стоят. Салончик вот этот таким образом. Салончик вот этот таким образом. На первый взгляд, конечно, он очень-очень красивый. Ну, такой, необычный. Ну, на второй взгляд сразу. Материал самый дешевый. Вот это через 50 тысяч эксплуатации уже здесь потрескивается, это 100% я говорю, потому что у нас такие машины есть. Будет интересно, потом еще поснимаю. Обшивки сзади нету. Напомним, это Mercedes. Стоит он по сравнению с своими конкурентами очень и очень много. Вот. Сразу же. Так, кнопочка старт-стоп у нас. У нас здесь есть климатизация, сейчас мы ее попробуем, запустим, покажу сразу же пробег на ней. Пробег сразу же покажу. Дверь закрываем. А, для того, чтобы... Сейчас камера сфокусируется, не знаю, получится, не получится. Да, у нас здесь резерв топлива, потому что отдают нам машины пустые. Нажимаем ОК. Пробег машины 26 километров всего лишь. Вот. Зеркало, соответственно, здесь. Электростеклоподъемники, электрорегуляция зеркал. Вот такие вот флюгера стоят, для того, чтобы холодно, тепло тебе было, закрываешь, открываешь. Пластик, руль, дешман. Все дешманское, до жути. Вот так это все. Вот так это все скрипит. Вот так это все тарахтит. Да, тут можно градусы выставлять, горячо, холодно, менять позицию сразу же
вперед, вверх, стекло и тому подобное, количество градусов можно выставлять. Это вот трекеры, ну это можно по-другому камеру, камера заднего вида, она срабатывает, все положено. Бардачка нет, в плане насчет что-то спрятать, вот только вот такие вот штуки у нас тут есть. Вот такие, это пепельница, потому что другой пепельницы здесь нету. Вот, блин, я сейчас переверну, так покажу, потому что видно, скорее всего. Тут вот такая вот штука, прикуривать. Опять же, на предыдущих моделях вот здесь были зарядочки, их нет рядом. Под USB было, под micro USB было. Сейчас уже нет, потому что опять же шкуди сидели. Это все делим. Ага, тут у нас есть еще такое, такая штука для того, чтобы можно было чего-нибудь прятать. Вот, пожалуйста. Что-то холодильники, что хотят. Пускай стоит. Ну так, новенькая машина, еще никто не ездил. Первая в нее сел. На ней было 7 километров на этой машине. На этой машине именно было 7. Мы проехались. И до базы пригнали ее. Такие у нас штучки. Везде пластик, везде это все вот так шатается. Это будет херячить, пока будешь ехать. А, там еще сверху стоит тот, который воздухозаборник сверху. Он пока едешь, он так бьет, но я не получилось снять его. Пока едешь, он тарахтит до жути, то есть шум внутри салона. Магнитофон сами дешевый. Но устроен уже Bluetooth. Bluetooth подключен, невозможно на этот магнитофон. Вот. Ну как бы, в принципе. А, это пространство. Продолжаем наш видосик. Подкапотное пространство данного автомобиля выглядит следующим образом. Самое интересное о том, что В данных моделях, кто знает, как Mercedes 2.2 выглядит, и, пожалуйста, здесь был когда-то щуп, теперь щупа нет, это доп. Опция. Теперь только компьютером можно проверить и то. Ну, я, конечно, компьютерам доверяю, но лучше бы я имел бы залив куда-нибудь, через залив проверку масла вручную, потому что компьютер может датчик, и там оно все как подъехать, и потом станет. Видите, в принципе, ну, у нас прохаживают они по 200 тысяч. Там стоят некоторые у нас машины, они все стоят. Эта машина 200 тысяч плюс. Двигатель все, мертвый. Провернула валы. Машина это Евро 6. Она или 7 уже. Наверное, 6 все-таки. Это все равно еще. На отблю. Объем от брюшечки бака 12 литров, по-моему, да. Так вот идет у нас жидкость сразу. Ну, машина новенькая еще давно, ну-ка не палилась. Это мы дальше прикуривать поставим плюс. Вот, там у нас находится минус, тормозная жидкость. Ну, в принципе, я больше ничего не могу по этому двигателю рассказать. Больше ничего. Пальцы на свете, вентилятор. Да, ребят, я думаю, вы посмотрели это видео. Надеюсь, что вы посмотрели его до конца. Что хотелось бы сказать. На данной фирме этих машин не один десяток. И вы видели сами качество сборки. То есть, первонаперво качество сборки просто, ну, реально, как по мне, это реально газель какая-то. Это раз. Второй момент, что хотелось бы сказать. Как может ступичный подшипник отходить 8000? 8 тысяч отхаживает ступичный подшипник и все. Аривидерчи, чего надо менять? Везешь его, собственно говоря, эту машину. После того ждешь еще 3 недели, пока они из Германии дождутся запчастей и поменяют тебе ступичный подшипник. Также на 10 тысячах может просто на изи накрыться подвесной. Подвесной накрылся, надо, собственно говоря, тоже его менять. Тоже жди 3 недели. Также, что еще можно добавить, радио, ну это как бы такая как бы мелочь, да, бывает, толком не работает, ловит там только одна станция и все, то есть это качество сборки, говорит, это качество сборки. Мало того, что вы видите,
дешевые материалы используются, то есть на этом на всем экономится. Плюс ко всему качество сборки. Единственный момент, металл вроде бы как неплохой, потому что если есть где-то маленькие сколышки, они сразу не ржавеют, даже по зиме ведут себя нормально. Но по центру двери такое впечатление, что там металл послабее, потому что там цепляется ржавчина просто на изи. То есть как-то так, ребят, это Mercedes, который новый Mercedes и который по сборке похож уже на какой-то Жигули. Напишите в комментариях свое мнение, как вы думаете, где собирают эти мерсы, утратил ли Mercedes вообще свое качество сборки и так далее и тому подобное. Ребята, обязательно подписывайтесь на Instagram, TikTok, Telegram-группу, где вы сможете пообщаться с таксистом. Я напоминаю, я таксист, такими как я. И если вас больше информации интересует по таким вот, собственно говоря, машинкам, пишите в комментариях, будем предоставлять, там может нюансы по двигателю, еще какие-то вас интересуют, может будку внутри, термобудку хотите посмотреть, как она устроена. В общем, ребятки, всем добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, лайкосики и пишите свои наижирнейшие комментарии. Пока-пока, до новых встреч.